Всем привет, друзья! Я возвращаюсь к площадке такой, к Litecoin, на которой вы можете зарабатывать за свои публикации на YouTube-канале. Так, я забыл сказать вот о чем. Сейчас я скажу, потом поставлю вам видеообзор для тех, кто не видел на эту площадку, что это за площадка. Так, здесь вот в разделе «Мое и видео». Вот смотрите, кстати, вот 75 лайков, точнее, коинов я уже получил. Статистика начинает расти. Вот мои видео. Это, кстати, старые видео, но мне просмотры идут, и видите, лайки прилетают. Суть не в этом. Здесь вот раздел «Добавить мое видео» есть. Я вот пока пишу это видео, заодно добавлю видео. Вот так вставляем адрес. И добавить. Все, оно сейчас пройдет модерацию и будет добавлено. Закрываем. Раздел «Рефералы». Вот о чем я хотел сказать. Смотрите. Да, статистика. Люди зарегистрировались 3 человека. Но смотрите, что я здесь вижу. Я вижу, что у человека есть какое-то видео. И вот я, судя по себе, да, перехожу и смотрю, что же за видео человек опубликовал. То есть здесь вы можете еще познакомиться, найти какую-то новую информацию, понимаете? То есть таких же людей, как вы, которые публикуют видео, рассказывают что-то. Вот, кстати, какая функция интересная, видите? Вот об этом я и хотел сказать. Ну и, конечно, сама площадка классная. Хочешь, не хочешь, сидишь, а денежки тебе капают. Это здорово. То есть, как дополнительный функционал, здесь можно еще не только зарабатывать, но и просматривать видео ваших партнеров. Вот они, повторюсь. Так, раздел «Партнеры», да? И вот смотрите, вот Юрий видео. Вот здесь можно зайти посмотреть. Ну, в общем, вот такая вот штучка, такая вот мелочь, но я вот сразу на нее внимания не обратил. Вот как обнаружил такую штуку, так и вам рассказываю. Ну все, кто не знает, что это такое, вот сейчас поставлю видео, обзор на эту площадку. Смотрите, знакомьтесь. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих публикаций. Так, сейчас мы выставим начало. Вам о таком контенте, как и о монете, как Litecoin. Litecoin. Она торгуется на бирже. Вот эта биржа Litecoin. Так что можете ее продавать потом за рубли, доллары, эфиры и биткоины. Так, что это такое? Вот здесь можно прочитать. Цифровая валюта, которую авторы видеоконтента получают за каждый поставленный на YouTube лайк. Так что вот так вот, друзья. Если у вас есть видео и вы публикуете на YouTube-канале свои видеоролики, то это как раз для вас. Litecoin построен на технологии блокчейн с использованием механизма Proof of Popularity. Чем выше популярность видеоролика и чем больше число лайков он собирает, тем больше вознаграждений авторов в криптовалюте. Данная технология дает возможность легко монетизировать видеоконтент и получать достойное вознаграждение без встраивания рекламы и привлечение рекламных агентств. Неважно, кто ты, признанная звезда или новичок.
Как это работает? Зарегистрируй криптовалютный кошелек, получи специальный текст с адресом своего профиля. Размести текст в описании к своему видео на YouTube. Вот и все. То есть вы регистрируетесь, получаете текст, генерируется специально для вашего видео. И вы в описании просто копируете и вставляете его туда. Так, для начинающих, вот, для криптоинвесторов, ну, почитайте, здесь достаточно интересно расписано. Не нужно ждать, когда твой канал раскрутится и соберет десятки тысяч подписчиков. Начинай зарабатывать уже сейчас. От регистрации до кошелька, до получения монет на свой кошелек, на свой счет. Безопасность, открыто, честно, миссия проекта. Вот это интересно. Создать простой и честный способ монетизации авторского контента. Разработать простую, понятную и удобную экосистему. И вот статистика, друзья. Пожалуйста, смотрите. И присутствует дорожная карта, разработка общей концепции, 4-й год, 19-й. Вот нам интересно. Первый квартал, поддержка мультиаккаунтов в веб-кошельке. Листинг монеты на сторонних криптовалютных биржах. Вот это вот интересно. Вот это вот интересно. Регистрация лайков других популярных соцсетей. Это тоже становится интересным. Это второй квартал 2019 года. Ну и дальше почитайте здесь, что здесь такое еще есть. Так, и начнем регистрацию. Да, как видно, здесь нужно прописать никнейм, парольная фраза, повторить парольную фразу и зарегистрироваться. Все достаточно просто, что я сейчас и сделаю. Ну вот и все. Я у себя в кабинете. Вот профиль. Давайте посмотрим. Получить монеты, отправить монеты, рефералы. Выйти. Мое видео. Так, раздел рефералы перейдем. Вот здесь статистика и как раз ваша партнерская ссылка, пожалуйста. Которую я и размещу под этим видео. Кому интересно, заходите и регистрируйтесь. История. Ну, она у меня еще чистый лист. И настройки. Русский, английский, пожалуйста. Так, мое видео. И вот здесь регистрационный текст. Вот эту вот вещь надо разместить под своим видео. Лайк-коин, криптовалюта за лайки. То есть вот эту вещь регистрируете, точнее вписываете просто в описании под видео. Вставляете, вот так вот копируете и все. И все будет классно. Здесь добавляете видео. То есть адрес вставляете. Все, никаких проблем. Вот такой вот обзорчик, ребята. Вот такой вот сервис. Мне нравится, я воспользуюсь. Кто желает, присоединяйтесь. Кто не желает, проходите мимо. Но я думаю, это будет полезно. Получать за свои публикации еще небольшое вознаграждение. Всем удачи, друзья, и хороших заработков. Да, кстати, чуть не забыл. В разделе «Профиль» вы найдете адрес своего кошелька. Вот он. Так что, друзья, не забудьте поставить лайк под видео. Но может кто-то и дизлайк поставит. Мне как-то больше все-таки лайки нравятся. Удачи!